следующее возражение. Продукция дорогая, не должно так дорого стоить. Это накрутка. Ваши варианты ответа. Я всегда спрашиваю, а с какой продукцией ты сравниваешь? Ты знаешь, как цена образуется, ну, как ценообразование в магазине образуется? Там продают с наценкой, то есть себестоимость этого продукта очень низкая. Отлично, и ход мысли совершенно правильный. Показать ему, что как раз-таки наоборот, в розничной торговле, вот там идут все накрутки. Там ты платишь за марку, за полку в супермаркете даже платишь. Потому что тот, кто продает, чтобы ему выставить свой товар на самых обозреваемых полках и на самых обозреваемых местах, он платит супермаркету за это большие деньги. И, соответственно, всю эту стоимость он включает в стоимость товара. А реклама? Самая большая накрутка, это вот у нас всегда был расхожий пример с Кока-Колой, которая при производстве стоит там, не знаю, 5 центов, а продается за 3 евро. Представляете накрутка, степень накрутки? Это все баннеры, реклама, потому что кругом Кока-Кола, куда ни глянешь Кока-Кола. Вот где накрутки. А у нас как раз-таки наоборот. Система, которая избавила продукт от лишних ненужных накруток. Например, витамины, что они там дорогие или еще что-то такое, да, я говорю, хорошо, где дешевле? Ну, понятное дело, на Айхербе. Хорошо, давай смотреть на Айхерб, давай смотреть состав. Скажи мне, пожалуйста, на Айхербе с наценками, вот это вот стоит столько-то. Как ты думаешь, какая себестоимость у этого продукта? А почему он такой дешевый? Потому что неорганическая химия. Неорганическая химия делает что? Она тебе оставляет токсины в организме, она усваивается только на 8-15%. Ну, давай теперь считать. Вот твой D3 столько-то стоит, и от него усвоилось 8-15%. Сколько тебе это обошлось, чтобы 100% витамина D получить? Вот то же самое по косметике. Представь, что ты берешь весь набор того качества, которого в французском доме, и даже лучше, потому что они не могут еще повторить наши рецептуры. И при этом ты платишь на 35% дешевле. И еще на этом получаешь кэшбэки. У меня лично на одну меня в год экономится 1 миллион тенге чисто на косметике. Вот мамой клянусь, я просто много ею пользуюсь. Что я еще говорю, не хватало, чтобы я еще на себя что-то дешевое тратила. То есть я должна пользоваться только самым хорошим. Раньше я сначала оправдывалась, как-то считала, а сейчас говорю, нет, ну я достойна самого лучшего. Сравнивать именно с аналогами, а не просто с дешевым каким-то продуктом, потому что состав примерно должен быть одинаковым и действие одинаковое. И когда человек понимает и видит это все, сколько, насколько выгодно он может хороший качественный продукт купить, в принципе, отзываются люди. Разговор нужно вести о ценности и о цене, о высокой ценности нашей продукции. Цена расценивается как адекватная или завышенная не сама по себе, а только относительно ценности, свойств и качеств и преимуществ продукции. Чем более высокую ценность вы сможете продемонстрировать, тем более адекватной или тем более невысокой будет выглядеть цена по отношению к ней. Наша продукция премиального качества. Мы не оправдываемся, почему она столько стоит. Вот то, что сейчас Татьяна сказала. Мы с гордостью демонстрируем ее превосходные свойства. Итак, ваша продукция дорогая, она не должна столько стоить. Это накрутка. Спасибо, что откровенно сказала об этом. Я ценю твою прямолинейность. Я правильно понял тебя, что тебе хочется делать умные покупки, приобретать качественный товар и не переплачивать. Так вот, наша продукция как раз продается без накруток. Прямая продажа – это продажа товара от производителя, минуя посредников. В розничных продажах, помимо стоимости самого товара, в его цену заложены расходы и прибыль торговых представителей, оптовиков, рекламы, магазина и так далее. Вот уж где накрутки. А мог бы ты пояснить, вот по-твоему, наша продукция дорогая относительно чего? Ведь можно купить автомобиль за 20 тысяч евро, и это будет дорого, если, например, это Fiat Panda. А можно купить за 200 тысяч евро, и это будет дешево, например, Bentley. Ты прав в том, что наша продукция не из дешевого сегмента. Мы предлагаем премиальное качество. Премиальное качество не может стоить дешево. Тебе наверняка приходилось покупать дешевый товар, который в применении не оправдывал твоих ожиданий. И как результат только разочарование и выброшенные на ветер деньги. Чтобы не говорить о цене в общем, а обсуждать что-то предметно, ты мог бы назвать конкретный продукт, который вот показался тебе дорогим? Спасибо. Давай посмотрим, почему он столько стоит.
И вот здесь уже важно аргументированно показать максимальную ценность конкретного продукта. Для этого нужно знать продукт, его основные свойства, что он делает, преимущества, чем он лучше конкурентов. Избегайте слов «самый лучший», гораздо важнее приводить конкретные факты и аргументы. Если речь идет о моющих и чистящих, важно наглядно показать выгоду от концентрированных составов. Ты ведь понимаешь разницу между уксусом и уксусной эссенцией, между сиропом и лимонадом? Если взять бутылку сиропа, разбавить газировкой, то у тебя получится ящик лимонада. Чтобы не транспортировать воду и не переплачивать за это, компания очень умно решила производить концентраты, которые потребитель разбавит водой у себя дома. Так, например, диш-дропс разбавляется 1 к 4. И получается 5 литров готового моющего средства для посуды. Сколько примерно стоит 5 литров банального моющего средства для посуды в супермаркете? Порядка там 6345 тенге. Диш-дроп стоит 4935. 1410 тенге чистая экономия в сравнении с твоим там, ну, лучше марки не называть, а лучше там сказать средство X. Если есть возможность, то идеально показать и опыт. И в заключение обязательно говорите про 100% гарантию качества. Более 60 лет, более чем в 100 странах мы даем возможность свободно пробовать и возвращать продукцию, если не понравилось. Как ты думаешь, почему? Если бы продукция не была так хороша, и если бы цена не соответствовала качеству, разве покупатели не стали бы ее возвращать? Мы изначально абсолютно уверены, что предлагаем клиенту самое лучшее качество за абсолютно адекватную цену. И именно поэтому вся наша продукция имеет 90 дней гарантию возврата. Советую тебе взять продукцию, попробовать ее в действии. Я подожду твоей окончательной оценки и уверен, что продукт тебя убедит, что его цена полностью соответствует качеству. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями и обязательно подписывайтесь на этот канал. Живите в полную силу, живите со страстью.